Ребята, всем привет! Сегодня хочу вам показать, какую можно сделать красоту в виде вот такой вот розы из обычной атласной ленты. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Для удобства я буду использовать пластиковую карточку. На одну розу нам понадобится 30 отрезков длиной 9 сантиметров. Накручиваем ленту. Не делаем сильно много накручиваний, чтобы наши заготовочки не были разной длины. Вот 3 раза по 10 будет вполне достаточно. И так поступаем со всей лентой. Одной ленты хватает на 11 пышных роз. Берем заготовку, сгибаем ее и внахлёст, небольшой нахлёст, с помощью зажигалки соединяем. И у нас получается вот такой вот лепесточек. Да, скажу сразу. Это не очень быстро. На одну розу уходит примерно 30 минут. Но зато результат вас порадует. Так, собрали мы все лепесточки, и теперь их надо соединить между собой. Точно так же берем 2 лепестка, накладывая друг на дружку посерединке, делаем небольшой такой наклёстик и тоже с помощью зажигалки соединяем. После того, как все лепестки собраны, будем творить красоту. Разогреваем пистолет, наносим на один лепесток термоклей, прикладываем шпажку и так плотненько закручиваем и даем время подсохнуть. Подложу что-то повыше для удобства. И наносим клей буквально на 2-3 лепестка и скручиваем. Скручивайте не сильно плотно, так воздушно можно сказать, чтобы роза получилась более объемная. И давайте время для застывания клея. Вот
Так потихонечку, не спеша, легенько скручиваем, поправляем. Итак, докручиваем розу, и нам еще нужно отдельно доклеить лепестки, довести розу до идеальной формы. Ну что, ребят, вот такая красота у меня получилась. Я вам желаю творческого вдохновения. Творите с удовольствием. Буду благодарна за обратную связь. Пишите ваши комментарии. Кто не подписан, подписываемся на канал. Ну а в следующем видео мы соберем эти розы в шляпную коробку. Всем пока-пока!